Здорово, мужик, на связи Шамшурин. И сейчас вот хочу поделиться с тобой таким случаем, который вот произошел вчера. В общем, мы ехали с моим клиентом на машине, и он вызванивал девок, как бы, с которыми он познакомился, для того, чтобы встретиться с ними, чтобы пригласить их на свидание. Вот, и если он звонит там очередной девушке, я говорю, давай включай громкую связь. И как бы прикол такой, что... Ну, он говорит, давай встретимся там в кафе, в кафешке в торговом центре, там, торговый центр «Подиум», который на Манежной площади находится, вот. И девушка говорит такая, я не хочу там, я хочу, чтобы мы пошли в итальянский ресторан, там, на Тверской, я думаю, блин, ну как так? Я ему подсказываю шепотом, что делать, я говорю, нет, говори, что... все равно, как бы, мы пойдем туда, куда я предлагаю, потому что там довольно круто, там есть диванчики и так далее. Он это говорит, а она говорит, нет, я не хочу. И вот следующая ее фраза, она меня просто убила вообще. То есть я таких девок ненавижу. Она орет просто, я не ем в кафе в торговых центрах. То есть вот эта фраза меня убила. Я тогда еле сдержался, чтобы не вырвать у него трубку и не послать ее нахер. То есть прикол в чем? Что она вообще, подожди, она решила, что вот ее обязательно будут кормить. То есть меня удивляет, то есть... Она настолько охуенная, по ее собственному мнению, что она считает, что ее обязательно будут кормить. Причем кормить ее надо еще как-то хер знает как. То есть она не жрет в каких-то обычных кафе. Прикол не в этом. Я ему подсказываю, что делать. Я говорю, скажи следующее. Он говорит следующее, что как бы я тебя приглашаю пообщаться, да? Ну, а не покормить. Поэтому давай ты поешь где-то дома или в другом месте, а с тобой мы будем общаться и классно проводить время, пить классный вкусный чай. После чего она отморозилась, сказала, ну все, тогда я не хочу с тобой встречаться, и там кинула трубку. Она просто шлюха на самом деле. Она просто сраная динамщица, сраная разводила. То есть прикол в том, что как бы самое хорошее, наверное, в этом, что такие девушки попадаются, ну, лично мне, ну, очень редко. Наверное, не знаю, как минимум полгода я такого не слышал. Может быть, даже год. И слава богу. А второй момент, что вот она считает, что вот у нее есть сиськи, жопа и пирожок, да, то есть, и это нужно так или иначе, ну, как бы выкупить, купить. То есть, общество научило всех вот мужчин так, что для того, чтобы пообщаться с женщиной, нужно обязательно накормить, напоить, подарить, заплатить там и так далее, подвести там, помочь и так далее. Это неправильно, ребят. То есть на самом деле в том, что вот эта тварь как бы сказала, что я не ем в таких-то местах. То есть в этом виноваты вы даже. И в том числе, может быть, возможно, виноваты ты и твои друзья, и такие, как ты, и твои коллеги по работе. Потому что все присмыкаются перед девками, все, ой, надо накормить, ой, надо. То есть у всех почему-то понимание, что если ты ведешь девушку на свидание, значит, обязательно надо накормить ее. Это вообще полный бред, ребята. Поэтому вина в этом лежит на самих мужиках. То есть, а потом мужики приходят ко мне и говорят, что за фигня, то есть, почему всем девушкам от меня нужны только деньги? Да потому что ты изначально, когда подходишь к женщине, предлагаешь ей какие-то ресурсы, то есть предлагаешь так или иначе купить ее внимание, то есть заплатить за это. Почему я сейчас так вот возмущенно об этом говорю? Не потому что, ребят, я не люблю там женщин, я их ненавижу и что, то есть я люблю девушек, они, не знаю, они все классные, они все как дети, то есть они все капризничают, там ведут себя иногда как-то, но я не люблю шлюх. То есть такой девушке проще сразу сказать, слушай, а сколько ты стоишь? Давай я просто сразу заплачу без мозгоёбства, мы потрахаемся и разбежимся. Это, в принципе, то же самое, это аналог того же. И меня это возмущает. Поэтому, ребята, прекращайте пытаться так или иначе купить внимание женщины, заплатить за ее внимание. Это она должна быть заинтересована в том, что такой классный парень, как ты, или как я, то есть в том, что такой классный парень проведет с ней время. Она сама должна хотеть вкладывать ресурсы, то есть она сама должна хотеть что-то для тебя сделать, лишь бы ты с ней провел время. Пока вы будете вот так вот присмыкаться и подкупать девушек, ничего хорошего в вашей жизни не будет. Вот, собственно, то, что я хотел сказать этим. А еще хочу сказать следующее, что 5 января стартует очередной онлайн-тренинг
Но это будет очень халявный онлайн-тренинг. Его стоимость всего 7000 рублей вместо 15. Можно сказать, что это последний онлайн-тренинг такой халявный в этом году. Это твой шанс, хотя он и будет 5 января. То есть это твой шанс начать в Новый год жить новой жизнью. Просто с чистого листа. Начать жить жизнью полной женщин, полной красивых девушек, полной общения, эмоций и так далее. Все подробности об этом тренинге ты увидишь на ссылке, когда перейдешь по ссылке, которую ты увидишь здесь вот под видео. Переходи по ссылке и читай подробности, что за тренинг, как проходит, что он тебе даст и так далее. Ну и, естественно, записывайся. Запись ограничена, она только до конца этого года. Вот. На этом я с тобой прощаюсь. Увидимся, мужик. Счастливо.